Обзор воблера Depps Killer Compass. Вес воблера 34 грамма. Длина воблера 12 сантиметров. Воблер этот составник. Если так вам будет видно, вот гнется, наш шарнир стоит в нем. В середине пенопласт, такой похожий или твердый пластик, тяжело сразу разобрать. Есть наклейка, жабры у него открываются, и есть голографическая наклеечка. Воблер этот плавающий, всплывает как пробка. В жаберной крышке можно засунуть грузики, и он будет тонуть. Или сделать его примерно там суспендером. То, что фирма Depps использует тут тройники с мушками, это не редкость у этой фирмы. На других тоже они используются, эти мушки. Сами качества тройников очень хорошие. Тройники цепляются за руку и, в принципе, за все другое, за камыши очень хорошо. Но пока за щук они не цеплялись. Не получилось у меня этот воблер разловить. Этот воблер можно проводить по часовой стрелке, полукругом. Можно ввести его вправо и можно ввести его влево, смотря за какую петельку цеплять этот воблер. Полетные характеристики у этого воблера, ну, можно сказать, не очень. Из-за своего веса 34 грамма он летит достаточно далеко, но кувыркается, и при ветре далеко его тяжело забросить. И удилище для вот этого воблера я использую до 28 грамм Majorcraft BNR. Но бывает, и использую и джерковое удилище, потому что он достаточно тяжело его продернуть, и он сопротивляется в воде. Проводка у этого воблера, я его провожу, чтобы и шла вдоль камыша эта приманка. Короткими рывочками, с паузами он всплывает, и примерно вдоль камыша идет. Вы можете это дальше увидеть на видео. Цена у этого и приманки порядка 30 долларов. Если вам видео понравилось, ставьте лайки, пишите отзывы. Может, у кого-то получилось эту приманку разловить. Хотя этот размер рыбки годится для нашей щуки, но поклевок я пока на нее не заимел. И склоняюсь к тому, что эта приманка больше басовая, чем щучья. Всего доброго!